Творчество есть цельное, органическое свойство человеческой природы. Оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Свобода, счастье, удовлетворение – мы все стремимся к этому. Но внезапно перед нами закрываются двери, и вдребезги разбиваются наши мечты, которые мы желали душой. Вместо этого включаем мозг и начинаем думать. И по инерции начинаем двигаться. Дом, работа, успех. Но нет счастья. Что нам дает искусство? Оно скрывает в себе нечто сложное, что не объяснить умом, а только душой. Ведь творчество – начало, дающее человеку бессмертие. Рисую я по субботам чаще всего, так как я прихожу в обычный день и рисую, наверное, минут по 15-20. Вот эту картину, она мне еще не закончена, и я просто кайфую, когда ее рисую. Наконец-то я ее закончила, уже сотый день, наверное. На самом деле, меня она действительно вдохновляет. И это та картина, которая для меня очень важна. Вообще все мои картины, которые я рисую, они передают мое состояние души. И хочу сказать, что я бы рисовала всегда. Рисовала бы картины, занималась постоянно творчеством. И надеюсь, это у меня когда-нибудь получится, так как я, в принципе, этим занимаюсь, но не так часто, как бы хотелось, потому что посторонние какие-то моменты мешают. Но надеюсь, это когда-нибудь настанет, что я буду просто рисовать. И это будет моей основной задачей за день, потому что идей у меня очень много, и желание рисовать, конечно же, тоже есть. Я бы этого не делала, если бы мне это не нравилось. И действительно, мне это нужно. Если я не рисую, то у меня ощущение пустоты и неудовлетворенности. А когда я рисую, естественно, я передаю все эмоции, все страдания, не страдания в картину. Какие ощущения вас преодолевают, когда вы смотрите на мою картину? Мне очень интересно, что вы скажете на этот счет. Я не думала, что действительно будут какие-то зрители. Я просто начинала снимать видео. А сейчас я это более ускорила, так как мне это дело тоже очень нравится. Естественно, хочу все это передавать зрителям, и чтобы вы тоже были ближе к творчеству. Надеюсь, вам понравилось, и всем я желаю вдохновения и творчества. Всем пока!